Даже не знаю, что это пришло, но давайте его распакуем, я вам покажу. Ссылочка пришла, ну а бог знает чем, скорее всего, China Post. 23 марта, по идее, шло. Ну, сейчас посмотрим. Даже не помню. Хорошо вернули, даже непонятно. Ни хера нет тут. Все оно завернуто. Поверьте мне на слово. Вспомнил, эта халява была заказана на том топе. Вроде бесплатно вообще она приходила. Это какие-то бусы чертовы. И сердечек. Интересно, со стекла или с камня. Есть. У меня еще одна посылка есть подобного рода. А там ебал эти бусы. Смотрите. Тут та же самая наклеечка. Открываем. В общем, такие вот две бурды я получил бесплатно. Они мне нафиг не надо. Может, подарю кому. В общем, в принципе, не знаю, сколько она стоит. Но на халяву и уксуса бутылка было бы неплохо. Все, спасибо за внимание.